еще спешу сообщить вам, любезная Катерина Матвеевна, что государственная служба моя идет своим чередом, и, закончив дела по окончательному благоустройству национальных окраин, направляюсь я теперь в наши края заниматься хозяйством. Ты кто? Чайник. Что? Чайник. Кто чайник? Дай воды. Так бы понимаешь, сразу и говори. А то чайник, чайник. Ну-ну-ну, ты пей-то знай меру. Отдай. Звать-то как? Саид. С кем же ты так закопался, Саид? Да с этим. Как же его? Джавдет, не Джавдет. Или Джахар он был. Полный газоват с памятью. Ничего. Со склерозом жить, понимаешь, подручней. Ну что, Саид, откопать тебя или, понимаешь, пусть все идет своим чередом? Не надо чередом. Мне здесь плохо. А кому здесь хорошо? Не надо, понимаешь, драматизировать ситуацию. Ты по горло в песке, я... Так откопать тебя? Откопать. Сухов! 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 Ну, Сухов, и что? Сюрприз тебе! Где? Да вот, видишь? Что это? Так это он и есть, сюрприз! Советская власть республик тебе южных оставила. Велела сохранить их в составе России до подхода наших. А ты сам-то кто? Петруха. Это я как раз вижу. Что ты можешь, Петруха? Путчи подавлять могу. Только дай. Дам, не бойся. Ну и где эти ваши республики? Они топереча ваши. Вон стоят. Маленький, но гордый. А почему лиц не видать? Это скажите спасибо. Мне он тут одна показала лицо. До сих пор кошмары снятся. Ну, нас-то кошмарами не напугаешь. Мы сами кому хочешь приснимся. Так, что тут? Кабарда. Балкария. Осетия. Ингушетия, Карачаево, понимаешь, Черкесия, Дагестания. Тут по списку еще одна должна быть. Где это, понимаешь, Ичкерия? Так а мы же ее уже того, защитили. Оставь их и уходи. Это не твои республики. Не могу. Вернется этот бандит. Кто? Абдулла? Какой Абдулла? Абдулла у нас давно в Совете Федерации. Местный вернется. Шляп с усами. Вернется, как пить дать. Так он же, понимаешь, всех их того склонит к сожительству. Правильно. Ему только дай бандиту. А мы на что? Кабарда. А кабарда? Покажи личико. Отставить. Дон Жан, понимаешь, воздушно-десантный. Мало мне своих забот. За мной, барышни. Ваше благородие, госпожа карьера, время растаможило сильного премьера. Он нужен не директор, он наверх ползет. Повезет по жизни, так уж повезет. Повезет по жизни, так уж повезет. Эх, раньше меня в этих краях каждая собака знала.
а теперь и люди. И лучшие люди, заметьте. Чего тебе от меня надо, Петруха? А просто так зашел. Врешь, небось, как всегда. Ага. За новым пулеметом пришел. А кроме пулемета ничего нет? Это как попросишь. Кормилец, дай денег на войну. На какую такую войну? Ну ты дай денег. А войну мы устроим. С бандитами довоевать, то все. Дай, у тебя же есть. У меня все есть. Ну и дай. А другим? Да другим-то зачем? Как? А на борьбу с урожаем? А на мирный атом? Идти, тема. И это еще просит. На культуру. Кто? Ну этот. Кто у нас по культуре? Нашел кого спросить. Сидоров. А, рыжий такой. С Чубайсом путаешь. Слушай, Чубайс херши пьет? Не морочь мне голову. Это другой Сидоров. А Чубайс? Что? Чубайс тот? Чубайс у нас, слава богу, вообще один. Тебе чего от меня надо? Я же говорю, денег на бандитов. Да я на вас, на бандитов, уже весь бюджет пустил. Себе вот только тарелку черной икры оставил. Да пару павлинов на избирательную кампанию, остальное все на бандитов. Тут еще эти социально незащищенные. Учителя разные, врачи на хлеб просят. Практически каждый день есть хотят. Так ведь не хлебом единым. Я им так и говорю. Зачем вам хлеб? Вы же интеллигенция. Вам нужна как ее? Нравственность. Ну, я о том же. Дашь денег на войну. А что мне с этого будет? А я компанию тебе составлю. Предвыборную. Скажу своим красноармейцам, они за твой дом проголосуют. За наш дом. Да наш твой. Какая разница? Если он твой будет, будет и наш. Это точно. Значит, таможня дает добро? Дает. Даже наденется. В одних берет, другим дает. На, закусывай. Слушай, а красный нету. А тут ты красный директор, я красный командир, а икра черная. Не в масть. Красную всю съели. Жалко. Не то слово, а главное за державу обидно. За наш дом обидно. За Россию. Слушай. А чего мы никак этого бандита не поймаем? Которого? А тут их у вас сколько? Это как считать? Ну, если понимаешь, считать по совести. Если по совести, то у нас тут все бандиты. Но которые в форме, те считаются правоохранительными органами. А которые не в форме? А которые не в форме тут не выживают. Больно тяжелый климат. Ну, а этот главный-то, ну, которого мы всей страной ловим, а он интервью дает, почему никак не поймаем? Ой, страшно. Такой опасный. Очень опасный, если поймать. А так нет. Что-то я не пойму. Восток дело тонкое. Но, понимаешь, не до такой же степени. Ну, посудите. Вот поймаем мы его. И что? Как понимаешь, что? Судить? А если он рассказывать начнет? Что ему рассказывать? Что он шахерезада, что ли? Практически шахерезада. То есть, если не остановить, все как есть расскажет сукин сын. Про что? Про все подряд. Кто ему нефть отдал? Кто оружие? Да, а если осудить молча? И это как? А так, усы в рот. Шляпу на глаза и по всей строгости переходного, понимаешь, периода. Ну, вы, товарищ Сухов, умный. Просто государственное солнце пустыни. Не получится молча. Почему?
потому что у нас ничего не получается. Это я и сам заметил. А почему не получается-то? Восток — дело тонкое. Какой, понимаешь, Восток? Мы же Россия. В том-то и дело. Так что же нам со всем этим делать? Да пожечь тут все и уходить с победой. Пожечь? Конечно. Нефть, знаете, как красиво горит. Знаю, ты уж показывал. Кабарда, Балкария, Осетия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестания. Эх, Чечня с Ичкирьей. Пошли, что ли, в Россию? За мной, барышни. А еще хочу сообщить вам, любезная Екатерина Матвеевна, что государственная служба моя подходит к концу, и ежели не случится каких особенных приключений, то надеюсь вскоре увидеть вас. Как там наша средняя полоса? Прилетел ли из-за моря Иван Петрович Рыбкин с гарнитуром? Очень хочется отдохнуть, наконец, по-человечески.